О, ничего себе! Вот это багажник! Блин, это так весело! Как я уделал таксиста? Мы, макси-скутерщики, друг друга уважаем. Мне с вами не по пути, грязные байкеры. И сидит, пялится на тебя и улыбается. Вот женщина в платье. Let's go! Так, приехал на тест-драйв макси-скутеров от Жана в Вавилон. Будет целых 2 часа, по часу на скутер. Это SR3 и SR4. И вроде как по городу. Посмотрим. Здравствуйте, дамы. А я на тест-драйв записан. Макси-скутеров. Это Вавилон. Вам, скорее всего, дальше, думаю, до здания BMW. Что-то не здесь точно. Спасибо. Девочки красивые, да? Итак, первый мотоцикл SR4 Max. Характеристик я не помню, вроде 350. Что там еще? То есть SR3 вроде 250. Ну, короче, пофиг вообще на эти характеристики. Потом разберемся. Так. Ключи у меня, вроде тут без ключевой доступ, так что, ой, ё-мо, ой, как приятно сидеть-то. Тормоза прям такие, бум-бум, ой, как на киберкатере сижу. Так, что у нас? А, вот, бесключевой доступ. Прикольно. Ой, шепчет просто мотор. Ох. Непривычно. Блин, тормоза адские просто. Я на нем следующем еду. Я на этом уже покатался. Так, и как тебе? Ну, это просто такой более юркий, более, да? Маневренный. Ага, ну этот чувствуется такой прям киберкатер. Ну, резвый обувь, то да? Это, что тот прям нормальный, да. Ну, ты думаешь что-то брать вообще, макси-скутер какой-то, да? Я вообще себе склоняюсь к такому, конечно, побольше. Тут вроде как упор вот этот поудобнее там сидеть. Блин, ну по сравнению с моим мотоциклом, тут просто это, компьютерный стул. Да. Ну ладно, поеду. Так, включаем поворотники. Оп. Погнали. Просто на чили.
Да приятно, приятно на макси-скутере гонзать. Правда, надо привыкать все равно к поездке в трафику и отсутствию сцепления. О, это, походу, кнопочка на камеру, да? Камера включает. Менюшка? Нет? А как в менюшку попасть? Ну ладно. Потом. Глаза хорошие. Так, проверим подвеску. Ну, нормально. Зеркала большие. Все видно. Так, можно мы сюда немножко. Оп. Нормально так, одной рукой такой подъехал, без сцепления, без ничего. Можно смузи пить, либо в телефоне сидеть. Что у нас там? Погнали! Как я уделал таксиста? Интересно, на него злой выхлоп можно поставить? Просто я в Таиланде видел ADV, XADV 700 с прямотоком. Это такая адская вещь. Здорово, пацаны, погнали! Кайф! Да, да, это я. А вы в коробках. А я на макси-скутере. Я за свободу перемещения. Ты куда? На центральный рынок заскочишь. Мотоцикле ты едешь на серьезных щах, а здесь просто вот свой пацан на расслабоне такой простой. Шлем под заднее сиденье положил, шлем нашел где-то девочку, взял, прокатил скайпом. Еще сюда надо поставить подстаканник для смузи. Вот. Вообще прикольно, для Москвы вот макси-скутер вообще идеально. Ты едешь, не устаешь, не напрягаешься. Просто все супер. Сейчас заедем на центральный рынок и посмотрим более детально мотоцикл. Ну как детально там? Откроем багажник, там обойдем его вокруг, посмотрим, что здесь. А как? Как они открываются, кстати? А, здесь на магнитах как-то. Блин.
Но они открывают. А, вот. О! Отсек. Опа. Еще отсек. О, давление в колесах показывает. Да, прикольно. Здравствуйте, господа. Привет. На тест-драйв взял. А, вот так он глушится, да? Так. Слушай, а я видел, как твои заезжают сюда прям. Я знаю. Да. То есть хватает, я... да, подвески? Потом. Потом. Сейчас неохота. К тому же пока народ никого нет. Можно и здесь стоять. Ничего страшного. Ага. Если что... Ну клевый аппарат. А? Клевый аппарат. Да, у меня мотоцикл есть. Вот это я в этом сезоне себе взял вот этот, ага, и понял, что он офигенный. Прикол. О, ничего себе. Вот это багажник. Вот это багажник. Блин. Места много. Шлем точно поместится. Вот и подсветочка горит. Не, о, тут с газлифтом, прикиньте. Так, это обратно. Ага, вот. Слушайте, о, ничего себе, девочка, смотрите, какая фигуристая на харлике. Так, смотрите, как удобно. Вот ты подходишь к мотоциклу, не надо никаких ключей вставлять. Просто сел, просто завел и поехал. Так, вот так, оказывается, на него надо садиться, я думаю, так удобнее, чем через заднее сиденье. Оп. Ну все, такой, оп, кнопочку нажал, вот, завел, а погоди, а что, а как? Погодите. А, тупой. Надо задний тормоз зажать. Опа. ЦТМ. Ну вот мы и встряли в пробочку. Надо было в другом междуряде поехать. Вот там тоже кайпарик на скутере, смотрите. Коваричка. А я не понял, как внешку-то войти? Нет, сиденье не надо открывать.
смотрите, что я нашел. Вот ты едешь такой, как царь, да? А раз, поставил ноги сюда, и уже как на мотоцикле. Очень удобно. Ну, бензина здесь много, поэтому я заливать не буду. Наверное, залью на SR3, на следующем. Чисто для приличия. Вообще на тест-драйвах не надо заливать бензин. А стекло регулируется? Нет. А это что за рычаг? Вот тебе обзор. Байкеров. Мне с вами не по пути, грязные байкеры. И я на скутере. Ма-на-на-на. О, чё, пиристы. О, ну чё ты газуешь там, борту вообще нормально. О, женщина в платье. Прикол. Я такого вообще не видел. Вот кайфарики. Ну когда там зеленый? Здравствуйте. Видите, пока он переключал передачи, я хоп-хоп и пошел. Автомат рулит. Вот я сейчас по этим бетонкам проехал, и по моим ощущениям подвеска здесь отработала лучше, чем когда я на трайденте проезжаю, либо на КТМ проезжал. Вот. Ну, может быть, я просто так удачно проехал, где не было складок, но мне так показалось. Смотрите, как она смотрит на скутер. Или на меня. Или на нас. Let's go! А я взял на тест-драйв сейчас, вот, вот катаю. Сейчас везу обратно в Вавилон. Сейчас возьму SR3, который 250 кубиков, а это 350. А? Почему? Ты это 350 кубиков. Не понравилось? А? Не понравилось? Нет, просто я записался на 2 тест-драйва. Блин, аппарат по кайфу, мне понравился. В городе вообще удобно. У меня самый мотоцикл, на Максике вообще круто. Все, поехали. У него 650, а я думаю, что так прет у него.
Ну как вам аппарат? Это, а 525-ка? Блин, этот вообще крутой. Мне так понравилось. Вторым мотоциклом Максик иметь вообще супер. Так удобно. А там багажник такой, что прям вообще можно. Это большой ферзик? Да, вот я сейчас на маленькой поеду. Я на 2 тест-драйва. Итак, у нас на обзоре, на самом лучшем мотоканале в Ютубе, SR3 Max. Тут даже пленочка, смотрите, не отодрана. Так, тут сколько? Тут 250 кубиков вроде бы. Так, бесключевой доступ, все дела. Так. О, ну, слушайте, это прям ощущается поменьше так. Хорошо. Тоже. Более юркий, значит, будет. А где? Блин, а где? А, во. А, ну тут такая система, да? Да ё-моё. Да ё... Прикол. А система тут другая, значит. Тоже наваливает. Нифига себе, нормально едет. Кайфарик, привет. Мы, макси-скутерщики, друг друга уважаем. Короче, я бы хотел вторым мотоциклом, вернее, третьим уже, взять макси-скутер. Но надо смотреть варианты. Ну, это очень удобная штука для города. Смотрите, какая у меня посадка. Просто как царь сижу. Хоп, по пробочкам. Бац, бац, бац. Пошел, пошел. Так, нам сюда, нам сюда. Оп. Спасибо. Нам сюда, сюда, сюда. Пошел, пошел. Но видят, уважают, уступают, что сказать. Видели девочку на баджаж-боксере, походу, 50-ка? Блин, хотел ее подождать, но что-то она как-то медленно ехала, и не удалось с ней пообщаться. Первый в пробке. А вот она, вот она. А это, походу, парень ее был, да? Или нет?
Погнали! Одной рукой. Одной рукой. Одной рукой. Одной рукой. И здесь смузи пью. Второй рукой смузи пью, либо в телефоне сижу, в Инстаграме. Вот. Как бы она свободна, видите? Вот девочки тиктоки снимают. Одной рукой, одной рукой. Силой мысли. Одной рукой, одной рукой. Одной рукой. Одной рукой. Да, это макси-скутер. Давай, садись. А можно посидеть? Да, да, нужно. Можете вдвоем. Слушай, он стоит где-то 440 или 430, а 6350-ка она в районе 600. Пацаны, мы поехали! Покатай меня без шлема! Давай я вас фоткаю. Шлем есть у меня. Бля, точно, у нас есть шлем. Слушай, ну мы можем с тобой до Авилона доехать, если хочешь. Ну, я там пересаживаюсь. А потом, да, потом на трайденте я привезу вас к вам. Вас к вам, вас. Давай. Нам базировать? О, что за кекс? Не, что, поедешь? Ты прикинь, у тебя будет развиваться юбка. Да. Все мужики такие. Слушай, я каталась как-то в юбке, шортах, ну типа, ну, там понизом шорты. Ты едешь, юбка раздается тебе просто на светофорах, вот так вот. Мы рилс снимали, на сайте была камера Instax на 360. И знаешь, у меня в какой-то момент юбка подлетает, там попа такая. И просто таксисты, вот так вот. Погоди, а у тебя же шортики внизу? Да, а, ну нормально. Ну, да, рейтинг R, не рейтинг R, так сказать. Да. Поедешь? Почему нет? Блин, с тобой здороваешься? Или со мной? А вот махали. Да? Девчонка махала. Не знаю, я... Это, знаешь, что? Нет. А он громкий? Нет. Заведи. Я одна сейчас, я же... А, он же поедет, ехал, да? У них нету нейтралки. Нет, если заведешь и на холостом, он нормально будет. А как он работает? Нет. Просто газу даешь, и все, он едет. А, бля, точно. Блин, что думаю, не могу завести, отогаться под ножкой. Ошибка первого сезона. Подожди, она еще не готова. Нет, а мотоцикл-то заводится с подножкой. Не отмазывайся. Мотоцикл заводится с подножкой. Я хочу солнце и знаю, а ты не знаешь. Не сильно? Что страшно? Стой! Как хочешь. Это тест-драйв, он бесплатный. А, это тест-драйв? Да. Е-бой! Я думала, у тебя аренда. Нет, ты тоже можешь записаться. Что? И с девчонками пофоткаться там, сделать видосики.
ты хулиган. Блин, это прикольно. Там да. Даже мужик с девушкой сидит, пялится на тебя и улыбается. Он такой типа беспалево хочет. Он таксист тоже смотрит. Даже девочка смотрит сзади в желтой машинке. Нет, уже не смотрит. Да ладно, ты че, где хоть жирные? Вы, девушки, слишком критичны к себе. Нет, ты чё? Вообще это не важно. Главное, чтобы все было гармонично. Да. То есть, да, может быть, знаешь, бразильянского типа девушка. Вообще запросто. Может быть, худенькая. Но главное, знаешь, чтобы худенькая, но чтобы, ну, с формами, знаешь, то есть, чтобы у нее там жопка не, ну, была как ну, бы. Да. А то есть худенький, да, плоской жопой. Это как бы, ну, не блядь, очень. Ну, блядь, это физиология. Кому-то дано, кому-то нет. Блин, ну, блядь. иди подкачай тогда. Как же он валит? Как же он валит, говорю. Да. Делаем. Блин, а что здесь на полосу хотят сделать? Что-то как-то непонятно. Ой, пацаны сейчас на тебя засмотрятся. Смотри, прикол. Блин, а как они открывают? А, во! Захотела сюда. Маникюр свой положил, педикюр там, зарядку, да, вообще удобно. На магнитиках. Да. Блин. Сзади парень. Так. Он без палева пытается, он с девушкой. Нет, ты чё? Это же, ну, типа, Максик.